Кустанайская область богата своей многовековой историей. Сейчас на территории области числится более 27 сакральных объектов. Ежегодно список пополняется новыми памятниками истории. К сакральным объектам Кустанайской области относится и место захоронения поэта, просветителя и журналиста Мухаммеджана Сиралина. Благодатная Карабалыкская земля, славящаяся высокими урожаями хлеба, произвела на свет удивительно много замечательных личностей. Среди них одной из значимых фигур в истории общественно-политической мысли Казахстана начала 20 века является Мухаммеджан Сиралин. Мухаммеджан Сиралин – талант казахской степи. Один из видных деятелей общественной жизни казахского народа начала 20 века. Поэт, просветитель, журналист, педагог. Мухаммеджан Сиралин, как представитель передовой интеллигенции своего времени, как демократ-просветитель, понимал законы развития общества и необходимость образования и культуры для народа. Он считал своим долгом достойно служить народу, стране и способствовать образованию и реформам. Мухаммеджан Сиралин родился в 1872 году в 5-м ауле бывшей Шубарской волости Кустанайского уезда, где ныне находится село Урнек Карабалыкского района. Предки Мухаммеджана Сиралина происходили из Туркестана. Его дед Тургамбай и отец были поэтами, а некоторые произведения отца дошли и до наших дней. Когда ему было 3 года, умер отец. Для семьи наступили тяжелые времена. Воспитание детей легло на плечи матери. В этом ей оказывали помощь и поддержку одноульцы, с почтением относившиеся к дому Сиралы Акына, а также ближайшие родственники. Об этих годах Мухаммеджан Сиралин писал: «Кудайым сәби шақта жетім етті, жетімдік жарлық пен қатты дертті. Атаны жақсы көрген арқасында, көрген баршасы да құрметтеді». В 1880-1887 годах Мухаммеджан Сиралин учился в Троицком медресе. После завершения учебы мать отправила Мухаммеджана в город Кустанай к родственнику Арыстан Муржакупулы для продолжения учебы и обучения ремеслу. Там он поступил в Кустанайское двухклассное русско-киргизское училище. При лежании способности Сиралина обратили на него внимание учителей. Один из них, Ильиных, становится весьма близким Мухаммеджану Сиралину, снабжает его литературой, помогает его интеллектуальному росту. По советам и рекомендациям Ильиных, после окончания училища Мухаммеджан едет в город Оренбург, где, успешно сдав вступительные экзамены, зачисляется в учительскую семинарию, закончить которую ему не пришлось. По семейным и материальным обстоятельствам он вынужден был работать. В 1898 году Мухаммеджан ставит перед собой задачу идти в народ, глубже знать его состояние, настроение и нужды, способствовать распространению образования и русской грамотности. Руководимый этой идеей, он едет в Приоралье, в пустынные и полупустынные районы казахских кочевий. Там, в гуще казахских аулов, сохранившихся во многом традиционный быт кочевников-скотоводов, он решил учить детей. В Приоралье Сиралин пробыл несколько лет. В годы учительства Сиралин решил заняться литературной деятельностью. С этой целью он в 1900 году возвратился в город Троицк и устроился на работу у приказчика у купца Яушева. В эти годы Сиралин знакомится с творчеством русских классиков, занимался исследованием истории и культуры казахского народа. Так, работая над собой, он между делом написал свои крупные произведения – поэмы «Топжарган» и «Гуль Хашимар». Поэма «Топжарган» была издана в городе Троицке отдельной книгой. Поэма «Гуль Хашимар» издана в 1903 году в Оренбурге. Широкое знание политической, хозяйственной, культурной жизни народа наводит Сиралина на мысли об издании журнала на казахском языке. Мысль эта овладевает им настолько, что вскоре он предпринимает практические шаги к открытию журнала. Спрашивает разрешение у правительства, собирает средства среди населения, подбирает место для типографии. Усилия Сиралина увенчиваются успехом. В январе 1911 года начал выходить журнал «Айкап» под его редакторством. Это был первый всеказахский журнал прогрессивного направления. Журнал «Айкап» открыл новую страницу казахской журналистики.
«Стендап» – казахский общественно-политический литературно-критический журнал. Издавался в городе Троицке с января 1911 по август 1915 года. В Троицке есть два здания, связанные с историей журнала. Бывшая редакция газеты, сейчас это обычный Жактовский дом. И типография размещалась в доме, где сейчас находится государственная аптека. Пересечение улиц Советская и Разина. Сейчас мы с вами находимся возле здания, в котором когда-то располагалась редакция журнала «Айкап». Этот журнал очень уникальный в свое время был, поскольку «Айкап» – это первый в мире журнал на казахском языке. И в городе Сетрайчан он выходил как раз в нашем городе, поскольку в городе были типографии, где имелись шрифты арабографические, были специалисты, здесь имелись издания татарские журналы и газеты, и были наборщики грамоты, которые могли набрать текст. Организатором, издателем и главным редактором первого казахского журнала являлась одна из значительных фигур общественно-политической мысли Казахстана в конце 19-го – начало 20-х веков – Мухаммеджан Сиралин. В конце 1910 года правительство удовлетворило ходатайством и дало разрешение на издание первого казахского журнала. Что касается журнала, то в литературе краеведческой часто встречается объяснение, что название журнала в переводе с казахского означает «зеркало». На самом деле это ошибочно, поскольку выражение «айкап» – это междометие на казахском языке, означающее досаду, сожаление, разочарование. «Айкап». Сам редактор журнала Мухаммеджан Сиралин, он объяснял так происхождение этого названия. Это выражение сожаления того состояния, в котором находится казахский народ, в смысле развития просвещения, образования и грамотности. И вот своей целью этот журнал ставил задачу развивать просвещение среди казахского народа, в частности здесь, на севере Казахстана, в наших краях, Тургайской области и так далее, и так далее. В своей статье «Господам чиновникам», опубликованной в первом номере, Мухаммеджан Сиралин писал следующее. «Мы назвали свой журнал «Айкап». Какое дело обходится для казаха без восклицания «Айкап», что в переводе означает «эх, увы». Так как у нас таких дел было слишком много, он и стал называться «Айкап». Журнал защищал интересы казахской бедноты, призывал народ к просвещению, прогрессу. Сыграл большую роль в становлении казахской прозы, драматургии, литературной критики, а также литературного языка. В первые два года журнал выходил один раз в месяц, а в последующие три года каждый две недели. За критику царского строя после печати 88-го выпуска издание закрыли. После закрытия журнала «Айкап» Сиралин некоторое время работал в русской газете «Стиль», издававшейся в Троицке. В 1918 году вступает в ряды большевистской партии и принимает активное участие в социально-политической работе. В этом же году он работает в Ревкоме и Зевкоме, был членом редколлегии газеты «Ошкон», затем переименованной в «Инбекши Казах», которая начала выходить в 1919 году. 25 июня 1922 года в Челябинске вышел в свет первый номер газеты «Аул». На работу в газете Мухаммеджан Сиралин пригласил Бейімбета Майлина. Затем к работе в редакции был привлечен Абдрахман Мустафин, тоже неплохо владевший пером. Сиралин сделал все, чтобы газета «Аул» стала одним из лучших изданий в Кустанае. В том, что сегодняшний «Костанай Таны», рожденное от «Аула», является одним из лучших изданий республики, несомненно, большая заслуга Мухаммеджана Сиралина, который дал ей путевку в жизнь. В 1926-1928 годах Сиралина поразил паралич, и он возвратился в свой аул. Он основывает село Аксор и открывает в нем школу, библиотеку, клуб, баню, организовывает водохранилище, сажает деревья и выращивает фрукты. Таким образом, он пытался показать образец культуры нового аула. Следы этих его творений до сих пор сохранились на месте бывшего поселения. В 1928 году его здоровье улучшилось, и он возвратился в Костанай. Райком партии хотел перевести его на работу в газету «Енбекши Казак», но его здоровье вновь ухудшилось, и он совсем слег, и ему больше не суждено было встать на ноги. В мае 1929 года, на 57-м году жизни, Мухаммеджан Сиралин скончался. Жалықтап жас балаша тұрмын бәлде ұғалықтап.
қарайыншы тағы да бір анықтап көз алдымнан мұнарлайды. Мухаммеджан Сиралин опубликовал около 40 публицистических статей и очерков в журнале «Айкап». После этого Сиралин опубликовал в газетах «Аул», «Инбекши Казах», «Ушкун», в журнале «Кызыл Казахстан» более 20 статей о революции и ее последствиях, о политике коммунистов. Сиралин перевел на казахский язык поэму «Рустем и Сухраб» из эпопеи «Шахнаме» Фирдауси и повесть «Полынь» Сорокина. На Карабалыкской земле есть аул, который называется Старый Урнек, а около него небольшое озеро Сиралы. На его высоком берегу покоится прах Мухаммеджана Сиралина и его отца. Говорят, перед смертью Мухаммеджан Ата один из сундук со своими книгами и рукописями завернул в кошму и зарыл в землю. В 70-е годы прошлого века неоднократно проводили раскопки, но так ничего и не нашли. Наверное, он закопал свои сокровища недалеко от зимовки. Никто не смог указать точное местонахождение. Нужно было сначала найти то место, где стоял дом Мухаммеджана Сиралина. Но люди забыли, где именно он стоял в то время. В голодные годы и годы репрессий жители аула бежали, опасаясь за свои жизни. С тех пор много воды утекло. Шалықтап жас балаша тұрмын бәлде ұғал.